Цены на молочную продукцию теперь будут фиксированными. Это сделает молочку доступной для жителей округа, а у хозяйств и потребобществ могут появиться собственные оборотные средства. Этот и другие важные вопросы обсудили сегодня на традиционной планерке главы региона. Алина Воучейская продолжит тему. Начали планерку с отчетов. Одной из важных проблем остается падеж оленей на острове Колгуев. Сейчас там завершилась работа комиссии. Ожидается возвращение специалистов из тундры, которые расследуют причины массового падежа. Исследования закончены. Вчера все завершено. Сейчас проводят анализ. Выводы и результаты будут представлены на этой неделе. Но мы ожидаем сегодня-завтра результаты будут. По-прежнему одной из больных тем в нашем регионе остается ситуация по содержанию и ремонту дорог. В этом году ремонтом и благоустройством проезжей части занимаются два предприятия. Дорремстрой отвечает за областные и федеральные дороги, комбинат по благоустройству, облагораживанием придорожных территорий. Впрочем, удовлетворительного состояния дорог можно добиться лишь совместными усилиями, отметил глава региона. Наши дороги яркий пример плохого исполнения своих полномочий как округом, районом и поселениями. Значит, в связи с этим предлагаю, значит, Владимир Викторович, усилите контроль за работой в данной сфере и представьте, пожалуйста, предложение по кадровым решениям управления строительства ЖКХ НАО и в ГУП Наринмар Дорремстрой. Обсудили и проведение в округе единой государственной аттестации. Не справился с ЕГЭ один выпускник. В целом же по округу ЕГЭ и ЕА прошли без инцидентов. В целом, в принципе, сейчас готовим анализ и отчеты, которые представлены на конференции в августе, на педагогической конференции, проанализируем. И будем готовиться к новому учебному году. Сейчас у нас стартовала кампания по приемке образовательных организаций к новому учебному году. Бурно обсуждался вопрос по благоустройству населенных пунктов. В мае было принято решение выделить на эти цели средства из окружного бюджета. Соглашения пока заключены с 6 муниципалитетами. Это Красная, Великовисочная, Тельвиска, Каратайка, Ома и Индиго. Остальные населенные пункты пока не направили необходимые документы. Глава региона также отметил необходимость перехода на индексацию муниципальных образований региона. У населенных пунктов должна быть возможность самостоятельно распределять средства и расставлять приоритеты. Алина Воучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». Доброе утро.